История фестиваля началась в 2010 году вместе со стартом в Олимпийской столице культурной олимпиады. А с 2014 года фестиваль является важнейшей частью культурного постолимпийского наследия. Седьмой раз подряд, именно в августе месяце, наш город Сочи становится джазовой столицей России, Европы и даже где-то мира, потому что участники фестиваля «Акваджаз» действительно едут просто со всего мира, и мы будем свидетелями уникального джазового творчества, признанных исполнителей джазовой музыки. Седьмой фестиваль «Акваджаз» откроется 4 августа традиционным джазовым парадом от Мурпорта до площади Южного Мола, где пройдет церемония открытия. Там же с 4 по 6 августа зрители смогут увидеть выступления лучших российских джазовых музыкантов абсолютно бесплатно. 5 и 6 августа пройдут камерные концерты фестиваля на сцене Зимнего театра, в рамках которых выступят звезды мировой джазовой сцены, вокалистка Соми и трубач Вадим Эйленкрик. А также свой юбилей отметит грандиозным концертом барабанщик Олег Бутман. 7 августа на сцене концертного зала «Фестивальный» пройдет большой гала-концерт группы знаменитого басиста Ричарда Бона и всех участников фестиваля во главе с Московским джазовым оркестром. Кроме того, запланированы мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшены участников фестиваля на протяжении всех 4 дней.